очередной мой влог о нашем очередном небольшом путешествии по нашей небольшой Эстонии. Сегодня всей семьей направляемся в небольшой городок Ахтме. Возможно, что это даже не городок. Возможно, что это даже район одного большого, небольшого города. И может быть это даже не Эстония. Я запуталась. Юрий шутит и говорит, что может быть мы даже не в Эстонии. Нет, мы в Эстонии. Но просто я честно не помню, Ахтме это независимый город или это район города. Это точно на планете Земля. Вот такой рассеянный с улицы бассейн. Это про меня. А едем мы туда, потому что там сегодня соревнования у нашего племянника. Он занимается карате. И мы едем за него болеть. Вот. В спортивный хор. Спортивный холл. А не хор. Окей, спортивный холл. Ах ты, что так на это смотришь, справляешься? Нет, это все так. Именно так влоги снимаются. Вот, именно так. Они снимаются. Так, я сделаю чуть потише наше эстонское радио, которое тут болтает громче меня. Итак, в общем, мы едем за него болеть. Поболеем. Я, конечно же, сниму процесс и борьбы, и то, как мы поддерживаем его обязательно. А затем мы, это наша не конечная точка путешествия сегодня, затем мы отправляемся на юг Эстонии. Сейчас мы едем на северо-восток, а затем мы с северо-востока поедем на юг Эстонии, на один тартусский, такой родной для нас хутор, и будем там отдыхать уже до завтрашнего дня. И завтра вечером мы вернемся в Таллин. И на этом хуторе я очень хочу провести для моих детей игру при помощи сервиса Hogwiz, который мне очень полюбился. Я хочу организовать для них GPS-игру, для того, чтобы они либо нашли какое-то сокровище, либо поисследовали территорию. Я еще не придумала, у меня какая-то задумочка есть, но она еще не до конца у меня в голове так оформилась. Но я знаю точно, что моя дочь... У нее запрос был такой: я хочу страшную игру, хочу играть в темноте, чтобы было страшно. Вот это у нее такой запрос, я посмотрю, смогу ли я какой-то интересный контекст вокруг этой исследовательской поисковой игры организовать или поместить какой-то контекст. Вот. Кстати, я разобралась, куда мы едем. Ахтме – это район города Кохтлаярве. Но я сейчас на карте покажу, почему я так запуталась. Вот на карте показываю. Вот город Кохтлаярве. Вот город Йихве, а вот Ахтме, куда нам нужно ехать. И Ахтме является районом города Кохтлаярве. Вот такая запутанная история, непростая. Именно поэтому я и перепутала, куда мы едем. Но мы по-прежнему на планете Земля, это мы знаем точно. Оставайтесь с нами, и вы точно попадете в Ахтме. Ну все, мы теперь заходим в спортивный холл, мы на месте. Заходим. Ух ты! Давай, забегай. Снимать скоро пойду.
показываю младшему ребенку, как делать колесо. Я, как видите, как всегда, сижу за компьютером, тут мне мешает Анника. Я сижу за компьютером и создаю для детей игру в моем любименьком сервисе Локвиз, о котором я говорила. Так как мы сейчас поедем на хутор, дети попросили какую-то страшную, опасную игру. В общем, я хочу выбрать какой-нибудь мистический сюжет, связанный с ведьмами или с вампирами. Уже будет достаточно темно, когда мы будем играть. И страшно. Так что надо создать им такой квест, чтобы у них коленочки тряслись от страха. Вот такая образовательная игра. У меня уже 5 вопросов. А сколько хочешь? У меня уже создано 5 вопросов. Сейчас я посмотрю свои questions. 2, 3, 4. Нет, 4 только всего лишь. Ой, только 4, надо еще придумать, чтобы еще было. Окей, ладно, ребята. Я буду пока снимать, как мама работает. Я буду ломать голову. И то, что происходит. Пойдем. Мама ломает голову. Давай. Сейчас уже 8 час вечера. Мы только что вышли из спортивного холла. Здесь холодно, морозно, и ужасно темно. И мы такие голодные. И, в общем, сейчас отправляемся. Нет, я не голодная. Ты не голодная, ты ешь шоколад, Паянтри очень голодная. Давай, залезай. Пошли в машину. И, в общем, теперь перемещаемся на юг Эстонии. Там нас ждет шашлык. Итак, мы на хуторе. Так, я сейчас покажу, какая у нас красивая тыква здесь стоит на нашем хуторе. О, какая красота! Страшно! Там свечки, мы вчера их зажигали. Сегодня буду проводить для детей страшную-страшную игру на хуторе в темноте. Они попросили страшную игру сами. Вот, кстати, они тут сидят. Я составила для них уже несколько вопросов, связанные с темой ведьм и вампиров. И, конечно, когда с наступлением темноты, когда они начнут бегать по хутору, находить соответствующие GPS-координаты, отвечать на жуткие вопросы, а мои жуткие вопросы дают еще жуткую обратную связь. Я думаю, что, конечно же, для детей эта игра заполнится надолго. Вот такие у нас будут. Вот такая гуманная педагогика. Вот такие вот страшные вопросы будут придуманы для детишек. Но все по их запросу. Сами так хотели. Вот так что сегодня здесь вечерком в темноте они будут бегать. Я, конечно же, очень хочу снять процесс их игры, но думаю, что в темноте получится не очень хорошо. Но посмотрим. Если в темноте не получится снять, я расскажу о том, как эта игра прошла. Уже смеркается, и мы сейчас начнем готовить игру для детей. Вот я на улице, сижу за компьютером. Вот мои вопросики, которые я создаю. Вот кружечка кофе, которую я пью. Вот стул, на котором я сижу. Так, и продолжаю работать над квестом. Очень темно, дождливо, туманно,
самое время для запуска нашей мистической игры. Все, мы начинаем. Я снимаю и на GoPro, и делаю бродкаст, мы начинаем игру. Итак, первое, что там высвечивается? Начать игру, и нужно ввести имя команды. Ребята, я поставила тут по всему хутору. Я не знаю, что тут онлайн смотрят наши зрители, но тут на самом деле полная чернота. Мы ходим в полной темноте и ищем GPS-координату. Сейчас мы выключим тот небольшой свет, который здесь есть. И дети останутся в полной темноте. Так, на всякий случай я прощаюсь с вами. Пока!